Возможно, вы думаете, что сейчас я скажу «Всем доброго времени суток, меня зовут Вангард, и мы играем в игру под названием Элис Мэйр», но я не буду этого говорить, потому что я это уже сказал. Это была категория «Гениальные шутки за 200», и теперь можем, собственно, приступить к ознакомлению с этой игрой, сделанной на Wolf RPG Maker или нечто подобное. Она называется Элис Мэйр, и, насколько я понимаю, является некоторой... сделано по мотивам Алисы из Страны Чудес, но я не могу быть уверенным по этому поводу. Поэтому давайте просто приступим к ней. А вообще-то, я хотел записать другую игру, некий квест. Ну так, заходите в слова. Так, тетя сказала мне, что лягушка плохая. А лягушка сказала мне, что кошка плохая. А кошка сказала, что робит хуже их... робит. Кролик хуже их всех. Поэтому я... Кстати, это не хоррор. Так что бояться вроде нечего. Вот почему жизнь будет так жестока с тобой здесь. Если ты не понимаешь, есть записка в твоей комнате, которая объясняет все это снова. Никто ничего не спросит тебя здесь. Есть некоторые вещи, которые стоит помнить, но в целом тут довольно мирная жизнь. Я еще хочу добавить. Вот. Записная книжка. Твоя собственная записная книжка. Используй ее как хочешь. Когда тебе грустно или когда ты счастлива. Просто запиши любое чувство, которое ты испытываешь, и отдай его мне. Хорошо? Но некоторые дети просто любят что-нибудь рисовать там. Это тоже неплохо. Но сейчас есть еще время перед ужином. Ты должна поприветствовать других детей. Мне еще кажется, что мне нравится девушка, но по названию Элис Мэйр. Так, выйди, иди прямо налево, и ты достигнешь своей комнаты. Они все хорошие ребята. Может быть, это сначала непросто, но я уверен, ты со всеми повадишь. А я? Зови меня Учитель. И почему музыка такая громкая, черт побери? Тоже отлично. Я уже думал, что музыка затихла, но нет. Не знаю, правда. Нет, мы не девочка, мы мальчик по имени Ален. Это довольно печально. А то я привык уже играть за маленьких девочек, вы понимаете. В принципе, ничего особо интересного нет. В общем, я хочу сказать, что на самом деле хотел записать квест. Судя по всему, это квест. Под названием Cat Lady, если я могу что-то говорить это название. Он так слегка подлагивает сама картинка. Поэтому я решил с этим обождать. Если вам-то интересно, если вам это название что-то говорит Cat Lady, то я вообще-то готов. Если вам, конечно, не страшны эти небольшие подлагивания. Но я думаю, сейчас запишу. Тогда давайте разберемся с этим местом. Игра выглядит, честно говоря, немного блекло, как по мне. Я, честно говоря, не помню, куда нам сказал силы Учитель, направо или налево. Телефон. Да, не знаю, как меня будет слышно, я постараюсь говорить погромче. Стелла, Джошуа, Челси. Эти Рикин, это, видимо, мы, да, это мы. Что же, обстановка довольно такая скудная, ну да ладно, нам не привыкать. Так, что можешь взять, а что нельзя? Секундочку. Так, ладно. В общем, постарайся уже дальше ходить из комнаты, за исключением свободного времени. Так, забирай вещи из других комнат, ничего не сломай, если сделаешь даже учителю. Пытайся зайти в закрытые комнаты, не бей других. Рассказывай учителю обо всем, что беспокоит тебя, или о чем, или то, чего ты хочешь. А в самом низу нарисован некий кролик. Wonderful. Так. Типа. Ну, видимо, со мной делать нечего. Давайте познакомимся с другими детьми. Привет. Лети. Это, конечно, с тобой в каком-то лете. О, я никогда тебя раньше не видела. Наверное, ты тот, о ком говорил учитель. Зови меня Лети. Ну,
Также есть Рик, но сейчас его здесь нет. Он тоже неплохой парень. Да и ты, Ален, тоже ничего. Я буду очень рад, если мы сможем поиграть. Радостно с тобой познакомиться. Ага. Это хорошо. Да, хорошо, конечно. Так позже поговорим. Я рад тебя видеть. Да, я так понимаю. Здесь у всех такие листовки висят. Они нарисованы голубь, что самое интересное. Поэтому думаю, стоит посмотреть и... Почему они спят на названии бывают? Это как-то неправильно, по-моему. Вообще не понимаю. Даже дети. Но это вообще не понимаю. Так это очень плохая комната. Слишком много плюшевых мишек. От обитателей такой комнаты не стоит ждать добра. Не зовут ли Челси. Рада тебя видеть. Не хочешь с ней говорить? Похоже, она не очень довольна нашим присутствием. Или просто стесняется. Тут нарисована кошка. Прошу прощения, немного болен. А, не жить. Так. Хай, бич. Меня зовут Браун. Или Маркус. Или Николь. Ален, да? Или ты Елена? А, ладно, рад тебя встретить. Меня зовут Джон, говорит он. Похоже, учитель готовит всю еду здесь. Она довольно вкусна. Да, не может быть такого. Лев. В принципе, это ничего удивительного здесь особо нет. Ладно. И это у нас была комната Джошуа. Так, это у нас комната Стеллы. Отлично. О, это странно. Ты можешь говорить? Возможно, нет, на самом деле. Похоже, ты жив. Ален, да? Я Стелла. Кстати, наш герой ничего не говорит, что впечатляет. Она не видит живых. Но люди, которые здесь, не чувствуют, скажут по-другому. И среди всех них ты чувствуешь себя наименее живым. Может, ты не права? Что насчет тебя не такое, как у всех? А это был комплимент, хорошо? Ого. Ну ладно. Она, видимо, лягушка. Нет, она зебра. Еще лучше. Так. Давайте посмотрим, что здесь. Если да, нам особо не надо. Так, ну если там ванная для девочек. Это, видимо, здесь ванны для мальчиков. На экране ОК, пожалуйста, это страшно. Секунд. Все равно лагает. Так, что она... Да чтоб тебя, то что с тобой не так-то? Ну вот, вроде пошло. Учитель. А, добрый день. Ты бросал себя? Как прошло? Да, вижу. А жаль, что смог поболтать с ними. Я, правда, молчал всю дорогу. Ну да ладно. Сейчас будет ужин. Направимся в столовую. Кстати, в этой игре, насколько я знаю, аж 7 концовок. И это довольно впечатляет, на мой взгляд. Так что ты сказал? Спасибо за еду, учитель. Ну хорошо. Верните свои комнаты и отправляйтесь в постель. Вы можете пойти в другие комнаты, чтобы поговорить, но не ходите на второй этаж. Какое-то странное место, но непонятное. Да есть недолго, то, что похоже привык к этим вещам, как с своими воспоминаниями. Вижу. Ну ладно. Не пытайся заставить себя вспомнить. Просто пускай это идет само собой. Уверен, ты все вспомнишь. Хочешь чего-то? Я куплю тебе все, что смогу достать. А ну хорошо, этого я тебе дать не могу. Это не то, что можно купить. Прости, но я буду иметь это в виду. Хорошо, куплю несколько новых книг. Ты же любишь читать, правда, Ален? Я поражаю тебя, столько слов ты уже можешь понять. Учитель не так умен. Я не очень хорошо понимаю сложные вещи. Ну да ничего. Ален, если бы я сказал тебе, что весь мир не похож на наш, ты бы не поверил? Нет, это всего лишь сказка.
Но ты должен приглашать такой мир. Я не советую тебе прочь, что... Хорошо, возвращайся в свою комнату. Нужно все закрыть. Быстро в постель. Так... Периодически приходится встать на паузу, чтобы игра отлагалась. Все удовольствие. Вернулась в более привычный ритм. Так, комната учителя, я думаю, заперта. Ни одна открыта. Так, это управление очень интересно. Ну, в общем-то, особо его в комнате делать нечего. Хотя там много книг. Может, их можно изучить? Но, видимо, нет. Страна довольно интригующая. Начало, кстати, надо сказать. Как-то непонятно вообще, что происходит. Но, думаю, тут довольно интересная история нас ожидает. Я могу пойти так, наверх я не могу, да? А, нет, могу. Ну давайте, наверное, туда не пойдем, потому что нам запретили, мы типа послушали ребята. Давайте проверим наши сотоварищи. Но вообще не похоже, что они хотят нам что-то сказать. Ты говорил с Риком, а где-то рядом здесь. Там Лети и еще этот другой парень. Он вообще довольно пугает. Вообще, в конец пугает, честно говоря. У нас кто, как ее зовут-то? Стелла, нет, Стелла это другая. Челси. Запомним. Рад тебя встретить? Нет, это впервые. Мы ведь довольно похожи, но я не Лети. А, мое имя Рик, я правда при него заявил. Сестру или кто она ему. Ты Ален, да? Она говорила мне о тебе. Лети идет в постель, я охраняю эту комнату. Я стою и смотрю за комнатой для нее. Ну, может, немного не так? Ладно, рад тебя встретить. Так, понятно, похоже, они спят по очереди. Так, нафиг я начал это читать. Не хочу. Да что-то не горит желанием спать. Может, еще надо помыться. Так, ну давайте, я не знаю. Исследуем второй этаж. Попробуем вообще покинуть это здание. Библиотека. В библиотеке довольно пусто. Я сейчас делаю, что и разве она так пусто, довольно просто все это выглядит. Но симпатичненько. Это что за место? Это не совсем ясно, что нам надо делать. И чем? Может, тут все-таки что-то? Давайте попробуем вернуться назад, я даже не знаю, честно говоря. Игра не дает особых указаний, что нужно попробовать сделать. Давайте попробуем лечь спать, а? Ну, спи, спи, скотина. Спи, я тебе говорю. Так, ну ладно. Вот же шоу появился новый диалог. Ты знаешь, то сраные голоса идут со второго этажа по ночам. Словно говорят, помогите, а? Да невозможно, я хочу это проверять сам. Если тебе так любопытно, может сам пойдешь, Али? Ой, не говори учителю, он на меня ужасно разозлится. Оу, как-то потемнело. Давайте сохранимся от греха подальше. Уже ночь так резко наступила. Вообще даже рад, что музыка прекратилась, потому что, по-моему, она меня заглушала. Помоги мне, ага. Бабочка? Хм. Ну... Ну, я так понимаю, надо помочь, потому что... Смысл, иначе ничего не произойдет.
Лишь дивизию. Это не хоррор ли? Вроде говорят, не особо хоррор, но с примесью. Кто здесь? Тихо, тихо. Ален? Я слышал громкий звук. Что ты делаешь здесь? Раз тебе не говорил, иди в постель и не ходить наверх. Ты знал, что до Брэнда ведет. Бабочка сказала помочь, и я вижу. Ну хорошо, эта бабочка выглядит живой. Возможно. Но она давно мертва. Кто-то без души не может говорить, правда? Что за беспорядок? Ты ранен? Похоже, ты в порядке. Хорошо. Осколки стекла опасны? Я все вычищу. Отойди в свою комнату и спи. Восклицательный знак. Неважно. Просто небольшая головная боль. Не нужно извиняться. Правда. Просто не делай этого снова. Здесь. Все в порядке. Хорошей ночи. Ну ладно. Пойдем расскажем Джошуа о нашей находке, что ли? Серии, кстати, все раздеть минут по 20, потому что... А все заги заперлись, вот сволочь. Ни с кем не поговоришь. Черт. Эта игра идет в странном ключе. О боже, мои уши. Не так голова болит. Как у учителя прям. О боже. О боже. О боже. О боже. Так, все, хватит. Спокойствие. О боже, какое ужасное место. Это, наверное, мы упали в какую-нибудь кроличью нору. Если эта игра и вправду по Алисе. О боже, я падаю, вокруг меня парят предметы. О боже мой. А ты должно быть чешверский кот? Господи, что такое? Что это за странный маленький человечек? Я никогда не видел тебя раньше. Что это? А, ну да. Если говорят, что ты спишь, Алиса, то наверняка это сон. Потому что здесь... То, что Алиса говорит и делает, это все. А, так тебя зовут не так? О, нет. Алиса — это Алиса. Кстати, в игре прекрасная музыка. И поэтому я так говорю. Потому что я не знаю... Эти контрадикции... Что я говорил раньше? Может, ты понимаешь, ребенок? Это место просто забито странностями. Я всего лишь одна из них. О, не говори этого. Ты ведь не остановишься на середине, правда? Когда ты ешь. Когда ты ешь что-то вкусное. И так же со снами. Нужно смаковать вкус. Ну хорошо. Я на самом деле занят. Хотя, может, на вид это и не похоже. Ладно, увидимся. Довольно, кстати, сложно его переводить, потому что он говорит немного такими интересными речевыми оборотами. Эй. Вздыхай. О, другой посетитель. Тоже 6 человек. А? Больше не будет? О, неважно. Добрый вечер, Алиса. И добро пожаловать. И я белый кролик. Проводник в этих мирах. Это довольно большое место, поэтому зови меня, если что-то понадобится. К сожалению, не могу двинуться с этого места. Это больно, честно говоря. И еще не говорить о том, что ключи от дверей к мирам пропали. 4 из 5 просто исчезли. Я думаю, я смогу угадать, у кого они. И как я уже заявил, или заявила скорее, я не могу не сдвинуться сюда ни на фут. Так, Алис, я хочу спросить тебя, как это звучит? Ну, в принципе, неплохо. Ну, спасибо тебе. К счастью, у меня в руках есть один из ключей, который ты уже можешь войти в этот мир. Узнай, с кем мы имеем дело. Я уверен, встретишь их на протяжении всех миров.
Как найдешь одного из них, пожалуйста, приведи его назад ко мне. И не стесняйся задавать любые другие вопросы. Но впервые я не удивлюсь и буду повторять себя снова и снова. Это было сейчас лицо, вон тот парень, ему больно. Да? Ну хорошо. Я надеюсь, что смогу тебе помочь. Непонятно, что здесь написано. Давай сохранимся. Я не знаю, вообще-то в игре... Не знаю. Не думаю, что от этих выборов что-то сильно зависит. Расскажи мне о мирах. Но если говорить в общих чертах, то это места, которые спрятаны где-то в сердце Алисы. Потому что и поверхность ее сердца скоро исчезнет, понимаешь ли. Они могут быть закрыты или открыты, но обычно они закрыты. Не любят люди, когда другие лезут в их сердца, понимаешь? Есть ключи. Так что только попроси, я впущу тебя и выпущу. Пока ты будешь держать их не открытыми, Алиса. Ну, не, вообще, иногда двери могут быть открыты изнутри без ключа, но не снаружи. Двери к мирам могут быть найдены вместе позади меня. Ну, хорошо. Надеюсь, я тебе помог. Рассказать о себе? Ну, кроме того, что я проводник, я люблю детей. Я пропустил какую-то фразу. А, расскажи мне про чеширского кота. А, он другой проводник. Ты встретил его, да? Только когда гляжу на него, сразу становлюсь больной. Он довольно такой больной кот, не правда ли? Я тоже поблагодарить вас за это ухо и за эту бесцветную кожу. Совершенно бескусится, честно говоря. Я все о нем ненавижу. До встречи в следующий раз. Я хотел бы подарить ему кусочек моего разума. Ну, надеюсь, я помогу, а мы двинемся дальше. Я думаю, буквально в лучшем общих чертах, что нас ждет за этими дверями. И закончим серию. Как сопление пойдет. Но по-моему, за все дверями чертова темнота. Может, у меня игра зависла. А, нет, за все дверями просто темно. Хоу-хоу-хоу. Я почти испугался. А ты неплохо справляешься. Эй, я тоже себя хорошо чувствую. Ключи — это не ко мне, нет, твой друг. Это правда и ничего кроме. Да, конечно, я украл их. Но только потому, что кое-кто попросил меня. И я не могу тебе рассказать, кто это, нет. Возможно, я лжец, но тебе я не солгу, мой друг. Другой путь открыть их? Нет, нет, конечно, нет. Может быть, если ты сказал, где еще фамилию мы отцы и матери, или не своего животного? О, не помнишь, да? На самом деле, я просто гид. Я даю тебе подсказки. Это след. Один ключ ведет к другому, и так далее, один за другим. А? Почему это? Я не то чтобы... Я не больше, не меньше той боли. Что? Чё тут? А, то есть я говорю про белого кролика. Сейчас огорят его имени, моя шерсть... Да, всякие мужчины, судя по всему. Моя шерсть её дылом. Он не сильно тут мешает. И ты можешь себе... И, честно говоря, его... под его усилие спрятаны под моим капюшоном. Хочешь взглянуть? А ты немного... Это будет некоторым гротеском. А, для такого, как ты. Ну хорошо, время кончилось. Увидимся позже. И удачи, конечно, и удачи. А, так. Два раза могу быть прощены, но тот, кто не сможет ответить на вопрос сердца, на третий вопрос сердца, он будет страдать вечно, в общем. Я так понимаю, это все двери к мирам. Ну, знаете, я так думаю, в принципе, достаточно на этот раз.
Надеюсь, вам понравилась и вас заинтересовала эта игра, и мы вернемся в первый мир уже прямо в следующей серии. Я не буду говорить, что с вами была Авангард, и что мы увидимся в следующий раз, и тра-ля-ля, потому что я тоже сказал, это была все та же категория «Гениальные шутки за 200». До новых встреч, друзья! До новых встреч!